Друзья, всем привет! Канал Карима Проверь, канал обо всем. Сегодня я вам показываю замечательный самовар наследника Василия Ивановича Баташова. Посмотрите, самовар был сделан в кости, ручки костяные, к сожалению, утрачены хватки костяные. Вот, и здесь не хватает вертка. Краника. Посмотрите, какие замечательно красивые ножки сделаны. Естественно, здесь утрачено немножко никель. Посмотрите, как замечательно и красиво раньше делали. Самовар форма, самовар рюмка, а вот ручки называются цыганские. Почему такое прозвище дали ручкам самоваров, я ответить вам не могу. Давайте мы посмотрим, что у нас. Решетка у нас. Решетка у нас есть. На месте. И клеймо тоже на месте. Посмотрите. Вот такое клеймо. Друзья, хочу напомнить вам, что мы находимся на канале Карима Проверь. Канал обо всем. Подписывайтесь на мой канал, будьте с нами. Мы сегодня вам показываем самовары. Самовары, в основном, произведенные во времена царские, или же сразу же после революции. Был небольшой период в СССР, времена НЭПа, новой экономической политики. Потом, когда государство приватизировало, прихватизировало частный капитал, то частные самоварные лавочки перестали существовать.